Привет, ребята, едем в Балаклаву с Женькой. И по пути решили выйти на площади Ушакова. Хотим посмотреть, ну точнее я хочу посмотреть одну из бухт. Это Стрелецкая, по-моему? Нет. В общем, какая-то бухта здесь у нас передо мной прямо. И я хочу посмотреть, как она выглядит днем. Потому что я как-то снимал видео вам, вечером мы гуляли. Она вечером прикольно выглядит. Света много, огней, кораблей. И вот я хочу посмотреть, как она днем, потому что, я повторюсь, я здесь не был. Все сказал? А потом мы продолжим свой праведный путь в Балаклаву. Там по набережной погуляем и снова заедем к родственникам Женькиным, к племянникам, к сестре, не к племянникам, ну, к племянникам. Мы попьем чаю и уже дальше пойдем на набережную. Да, так что мы сегодня погуляем, у нас сегодня выходной, у вас тоже, и вы сегодня с нами. Драматический театр Черноморского флота. Такое симпотное, да, здание? Троллейбус, гад, закрылся. Здесь у нас сразу по центру, смотрите, какое дерево классное. Это, наверное, какой-то каштан. Информацию в сети прочитал, что в Севастополь по статистике до 21 или до 22 года прибыло 100 человек. Ой, 100 тысяч человек приехало в город Севастополь. И даже такие заявления были, что до 24 или до 25 года Севастополь станет, внимание, городом-миллионником. А, и дальше же в этой же статье. Сейчас наблюдается отток жителей из Севастополя. И статистику привели. Ну, то есть 100 тысяч прибыло, а на данный момент, с начала 22 года, Севастополь покинула, ну, в связи с известными событиями, внимание, 50 человек. Это официальная статистика. Но я сомневаюсь, что это так, потому что я немного имею здесь знакомых, ну и Женька, да, поскольку мы недавно здесь находимся, с недавних пор. И эти знакомые уже говорят, что очень много их знакомых уехало на материк. Прям, я не знаю, если так посчитать, наверное, человек 20 мы только знаем, ну, что говорили. Поэтому 50 человек покинуло Севастополь, я что-то сомневаюсь. Вот. Ну, вот такая вам информация. А сейчас я вам покажу бухту. Ух ты, а вот и бухта. Посмотрите на эту красоту. Цветет уже какое-то дерево. А, это, наверное, абрикос, похоже. Фу, воняет общественным туалетом. Блядь. Там выше по течению туалет общественный. Фу, от него такой запах. Кстати, в туалеты в Севастополе стали платные. Вам тоже для информации. Нет теперь общественных бесплатных туалетов. Но теперь к делу. Смотрите. Красотища, правда? Правда, много металлобрухта, но так, в принципе, сама бухта красивая. Мне нравится. А ночью здесь вообще огонь. Птицы греются, сушат перья. Такое качество. Видите, как много их сидит. Посмотрите по центру. Цветет миндаль. А вот этот театр. Фу! Ну, воняет здесь туалетом. Капец, мочой. А туалет это воняет. Вот нас преследуют эти зловонные запахи. Помните, в прошлом или в одном из прошлых видео мы ехали на общественном транспорте, на автобусе. Там от одних людей очень сильно разило мочой. Так и здесь воняет. Фу. Да, вот туалет. Женя говорит, не может такого быть. Это так цветет и пахнет миндаль. Вот. Параша. Поднялись и вышли вот на такую площадь. А, как вот эти называются деревья? Я их каштанами обозвал. Но это же не каштаны. Как? Ну вот это кипарис, да. А вот это... Кедр, точно. Вот, кедр. Военные поехали. Женька! А? Ты чё тут ты такая выучил? Красивая? Здание такое круглое. Ребята, я вас обманул. Никакой балаклавы сегодня. Сегодня идем в библиотеку имени Толстого. Идем, Жень. Идем в библиотеку. Не хочешь? А можно проходить бесплатный вход или платный? Бесплатный. Бесплатный можно, да? Снимать надо с разрешения. А что именно у вас там, книги какие-то зашифрованы? Да, почему зашифрованы? Просто обычно, если снимают, то значит спрашивают хотя бы. А, да не надо спрашивать, просто... А почему не надо спрашивать? А я на выходе объясню, хорошо? Давайте мы с ребятами зайдем. Посмотрим, какая она красивая, чистенькая. Здравствуйте. Библиотека.
Ну, небольшое такое здание. И что интересно, что оно чисто. Прям так чисто-чисто. Оп. А как такое может быть? А? Молодой человек, а что у нас съемка в платной библиотеке? Да вы что? Да. Удалять все? Платная съемка. А давно стала платной? Платная съемка, так мне сообщили. А давно стала платная съемка? Ну, вот, выключите. Не, я себя сейчас снимаю. Да, вот смотрите, вот я, например, электрический дом, что вы меня снимаете. Да, это моя частная жизнь, да? Да. Мне не нравится, когда меня снимают. А это частный дом? Не важно, мне лично не нравится, когда меня... Не, давайте я вам объясню, чтобы вы потом глупо не выглядели. Нет, вот давайте я вам объясню. Мне не нравится, когда меня снимают. Все, на этом точка. А значит, вам домой пора. Мне не домой пора. А библиотека – общественное место. И гражданский что? Кодекс... Это не значит, что вы можете меня снимать. Абсолютно означает, что я могу в общественном месте снимать, что хочу. А вот если вы дома, как вы говорите, это моя частная жизнь. Все. Частная жизнь, она дома у вас. Разговор. Там на кухне, ну там в залах. Ну вы поняли, да? Так что, пожалуйста, больше не выглядите так. Что-что? Ну, некрасиво. Если человек не... Ну, некрасиво и позволяет закон. Некрасиво, ну, вы сами понимаете, как это. Для кого-то красиво, для кого-то нет. Но если закон не разрешает, я буду именно в рамках закона. Так я вас не снимаю. Если бы вы не заговорили, вас бы никто и не увидел, и не услышал. А теперь вы прославитесь в интернете. Невежеством своим. Видите, какая реакция. Капец. Я засланный казачок. Я все снял, всю запрещенную информацию, Женя. Литературу тоже? Капец, а там напали на меня невежды. Вижу. Говорят, нельзя снимать, это моя частная жизнь в библиотеке. А куда мы идем? На остановку? Не-не, мы просто сюда пойдем. Ребята, как вам контент? Я не хотел, но так вышло. Оно так и действительно и есть. Если бы она не заговорила, то и не опозорилась бы. А так стыдоба. В библиотеке столько книг прочитать, и все впустую. Наверное, она больше Лермонтова читала, Паустовского. Кого там еще? Больше я никого не знаю. Александра Сергеевича Пушкина. А Гражданский кодекс не читала. В интернете сейчас информация по сетям распространяется, ну, по местным пабликам севастопольским, что установили эти урны раздельные, там, стекло, металл, бумага. И детей уже в школах обучают, как пользоваться им. И вот как раз мы здесь, на площади, и вот они появились такие. Ну, это скверчик такой небольшой. И противоположная сторона тоже. Так, пацаны. Вот, отсюда тоже видно, кстати. Круто. Набережная. Да, это мы ночью здесь были. Ну, в принципе, а что ее уже снимать? Давай мы будем двигать давай. Балаклаву. Давай сейчас вот вниз. Вот, как ты считаешь? Да. Женя, процитируй мне Паустовского. Сашенька, нет. Нет? Надо было читать, а не ходить просто так снимать. А здесь, кстати, вид поинтереснее. Я вам сейчас, ребята, покажу. Ну, более так качественно открывает. Ну, так я же тебе говорю. Посмотрите на эту красотищу. Глаз радуется. Не, правда красиво, без всякого там сарказма, либо еще чего. Красиво. И я все время спрашиваю, раз пять уже у Жени, что вот это за здание белое? Они такие, если на тралике едешь или на маршрутке какой-то, они выделяются в окно, когда смотришь. Они прям такие чистенькие, беленькие. Что за здание? Кто из местных? Ну, просто реально лень найти информацию в интернете. А вот когда вижу, тогда интерес возникает. Короче, напишите в комментариях, если вы в курсе, что это за сеть вот таких вот белых зданий. В этой локации вам все показал, сами посмотрели. Теперь едем в бухту Балаклавы. Правильно? В Балаклаву. Но предварительно, как я и сказал, зайдем к детям, к родственникам, а уже дальше пойдем на набережную. Сейчас Женька маршрут выберет и огонь.